тоже выглядит вот эта вся, весь муравейник. Вообще есть человек, который за табло этот, отвечает? Абдул, наверное. Ну, а табло чьи тогда? Компьютеры чьи? Очковый? Нет, это не спортус. Ну, то есть человека нет, да? Если ты сейчас на арене, ты бы что проводишь? Обычная вот эта, якутская программа? Нет, а я эксцессия. Нет, на табло. На табло у них свои вот эти вот табло были бы, вон они, видишь, на стенках, вон наверху. А, вот это бы было? Да. Ты думаешь? Конечно, мы же здесь так проводим. Все это какой фильм? Не надо нам ваша арена. Да как не надо? Не надо на нее гнать, надо ее боготворить, и тогда все будет хорошо. Конечно. Все четко она работает. Сейчас нам ничего не нужно, мы ждем. Ну, имеется в виду, нам же потом после взвешивания расписания открываем. Ну, в этих, вот тут я говорил тебе, спортсменов находишь, спортсмены сделал, и по фамилии вот вводишь фамилию, да, и им неявки ставишь. Там сейчас чуть-чуть поменялось, там, когда неявку ты ставишь, раньше просто неявку поставил, кофе, сейчас надо выбирать неявка там. На матч, да, на встречу, либо на первое взвешивание, на второе взвешивание. Там есть выбор, да? Да, 4 выбора. Правда, они потом никак не отображаются. Для чего? Не, они, наверное, это отображаются, когда классификацию уже смотришь из автоматного рейтинга. Берется. Она там тоже показывает их же, в командном рейтинге? Да. Она показывает полностью всю классификацию, даже если равные очки, она победитель будет там. Не, ну если он до второй взвешивания не пошел, он же уже все ноль. Там ноль, она прямо вниз, да, кидает. И? А не, она знаешь, как один раз было, пацан травмировался, первый взвешивание взвесился, второй не взвесился. Ему просто поставили неявку, и он сохранил свое место. Неявку на второй взвешивание? Нет, на справке пошел. Да. Значит, взвешивание прошел, скорее всего. Он взвешивание прошел, просто... На матч, наверное, показали, что не явился? На матч, да, не явился. Травмирован. Нет, он травмирован, он не взвешивался второй день. Он справку поставил. Нет, а вот здесь от программы как ее обозначал? То, что не явился на матч, наверное. Нет, правильно ты говоришь. Там у него не явка не на матч, а как-то травма во время разминки. Да. У нас на Хадарцевском был такой случай Джабраилов. Он тоже не взвешивался, но он вечером написал справку, мне ее потом утром дал Базури и говорит, ему ставь травмированным. Его сейчас здесь нет. Значит, травмированным, который на следующий день будет, ему не обязательно взвешивать. Да, я тоже нет. Если он сегодня предоставляет эту справку, да. Если он, например, на взвешивание себя пришел в порядок, все, он от врача опять приносит, да. Даже, что он да, не может. Прямой эфир идет. Немного участников попрошу.
спортсменам явки ставишь, да, вот так я говорю, потом ты встречи отдельно запиваешь? Не, она же тоже там проверку требует. Ну, в этих... Не, я все равно оставляю, потому что их объявили, чтобы вышли на ковер. А, вот так? Да, лучше так. Это если всероссийский, первый всероссийский, а если так, то спокойно. Не вызывает даже? Да. Не, вот Смирнов мне сам говорил, эти записки уже не даешь, чтобы не вызывали, чтобы время не тратить. Даже на Умахановском, я помню, он не давал эти явки на ковер. Я помню, он когда вот так распечатывал, он ее вот в этих возьми, это отметь, вот это мы были, когда так вот преградная жесть, где-то Карачаев, Черкесия. Mm-hmm. И он говорит, вот которые не явились, просто вот в этих записках, просто пишет одной, показывает, чем пишет. И он также в эту вызывали и отдавал туда, короче. Ну вызывали? Не вызывали, они смотрели, убирали просто жесть. И у себя в компьютере они должны же отметить просто. Чтобы у него тоже появилось здесь. Сейчас для начала, знаешь, что сделай? Распечатай даже два экземпляра этого. Программы? Программы, да. А первого, вот, и сегодняшнего дня, не завтра, не вот. Ну, можно прям каждый ковер отдельно распечатать. Два экземпляра? Ну, можно один, в принципе. Это сюда нам же, чтобы это даже здесь отмечать? Да, да. Все по ютубе, все там на столе тоже отмечают. Да, на столы тоже. Ну, на столы вместе с протоколами. Вместе с записками. Да, да. Позволь, ну ты сколько сказал? Одну записку? Не знаю, даже не спросил. Это когда вот печать нажимаешь, там одну будет выбрать. Нет, нет, настройка. Здесь же можно, да? Я вчера бы не сделал. Здесь одно пока, там мы. Если что, можно применять. Там еще что есть теперь? Масса. Масса. Я вот так пользуюсь сейчас. На детский сайт. Очень экономный вариант. Очень. Мне уходит, ну, допустим, 150 участков. Нет, 160-60. Даже 100 не уходит. Достаточно, когда проверяешь, поехать на всегда. Ну, я тоже начинаю работать. Я у меня есть Ибрагим, что пацана. Ибрагим сажаю. Они суетать. Школьники, но очень хорошо отмечают. Тоже на подходе. Или же пожвиню. Результаты тоже идут, и там тоже свежие. Ну, 13-го будет, чтобы сюда успели. Уже так. 13-го день приезд, да. Там, что на успели, сюда приехали. Я почему говорю, у меня здесь 8-го-10-го, когда я попалась, как этот мастерский тренер. 8-го-10-го. И там же мандатка же нужна же, даже у вас 10-го. Но я думаю, здесь нашего этого попросить, чтобы он поработал, чтобы я не был. Ну что, да, распечатал? Нет, даже просто нет еще. Компьютер загрузился. А что, попробуй? Да, допустим, напечатал. Здесь отчувствует. Да. И вот так, я, наверное, его покажу, чтобы заменить. А здесь где? Куракаев. Вот клеточный печатель стоит. Видишь, печатает вас. Все, все. Хорошо. Ты один или с кем? Я с Эльдаром и ученик вот сам. Ага. Один пацан, да, вот? Да. Че, вам удачи. Видишь, темнее, темнее. Надо сейчас обходим сказать. Да, ты че? А. Они же не видят, же, да. Ну, в принципе, это нужно, они же не вызывают про это. Или про это вызывают. Я отмечаю здесь. Ну, я тоже такой принтер, только, ну, другой я себе говорил. Ты его за сколько покупал? 8, что ли? 8. Ну, он беспонтовый. Беспонтовый? Я на вас зачаровался. Серьезно?
А у меня другой, ну, другая модель, ты же знаешь, что вот этот МФУ, он сканер, и это. Ну, пока много, я его за 10 купил, вроде пока работает. У меня был такой он, потому что он у меня вот это вот язычок, который выходит, который сломает, молодец, сломает. Это сказали опять, заряжено. Вчера не было. Это очень плохо, что у тебя не было. А вот это 86, сейчас не удивляйся, если тебя там не будет или кто-то. Не, я все уже взвесился, там отметили уже. Это ты 86? Да, да, я. А значит, поменяли там. Все уже сделали. Все, хорошо. Надо приедет, прийти, радеть. Может, здесь где-нибудь есть это, как ему. Там они быстренько сделают тоже. Это как еще у меня засажают посередине? Я же вчера вытащил ее чистил, она не чистит, то есть все не может. А может этот готовый картридж? Я обычно на Валбурге. Нет, какие дорогие, на Валбурге посмотри. Он с чипом. И что? С чипом? Там даже... Нет. Ты с чипом? Где? В магазине ты смотри. Да. А чип? Вечный тип. Он типа вечный тип, чип, но... Вот сейчас он мне, которых обслуживает, наша школа, все там у нас есть, и вот эта такая контора. Они делают, короче, панту. Они делают это, как его. Он мне сюда чип поставил. Я же без этого. Английская P, ну, русская R 2516. R? Не, R убери, просто P. 25-16. Я же не на них. Как не на них? Это все, куда он подходит, да? Я заказал себе, у меня один родной, а один вот так. Чтобы менять, да? Ну, два я на соревнования, два с собой беру. У меня когда был вот этот HP, не HP, а... Или HP назывался. NFU, вот этот, Xerox, XCAM. Да. У меня на нем тоже два картриджа. 300 рублей стоил картридж, у него уже есть. Я два держал все время. А куда он делся? У него вот этот язычок поломался, все, уже бумаги некуда ставить. Они падали просто, когда я уже слышал. Я его взял с сестры, не с ума, племянница два. А сломал кто? Кто-то неаккуратно. Ну да, и да, я сам даже мог ее задеть здесь. Она же как, ее вытаскивал, отдельно убирал, короче, и также ее вытаскивал, там по краям ушки такие были. Свалились куда, да, чтобы она. Ну, да. Вот эти ушки сломались, короче. Мне тоже ее кто-то там задевает все время. Смотри, какие лежат, дорогие. Ну, да. Они вот такие, наверное, вот это не часто. Это вот это, наверное, какой-то дешевый попался. 200-626 рублей. Кто же я такой же? Поработал какие? Не у тебя. Ну, якобы вот он идет только где-то на 5-6 заправок. Дальше его надо типа менять. Что? Я наподобие вот такого видел принтер. Вот у меня вот такой. Но он знаешь какой, я у одного видел. Белого тоже цвета. Он, наверное, вот такого размера был, маленький. МФУ. Вот же его бомбу себе взять, такой же ездить. Да, вот точно вот такой. Ну, на соревнования ездишь, когда. Это, не, я думаю, не стоит вот это МФУ брать здесь. Вот такой. Ну, он вот с Wi-Fi отдельно. Да, да, да. Этот идет с Wi-Fi? Нет. Нет, другой модель может есть, например, через телефон ты можешь соединять. Да, 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 у меня вот так. Ну, я не знаю, я его здесь не шлю. Пока. Как это будет? Смотри,
Смотри, 10 минут проходит, за 15 минут сейчас полностью взвешивание закончится. Это было хорошо. Не будет людей здесь. Гвоздику, что за тема просто? Она бомба, она лучше полезная тоже. А где можно взять? Да, как бы траву, не траву подают. Чай закидываешь, когда лучше такой запах аромата к чаю. Ну, много не надо, там 3-4 вот эти палочки закидывают, а все хватит. Лучше не надо еще хватит. Имбирь тоже часто остался. Под язык закинули все, и держишь. Ты где остановился? Динамо. Динамо? Вышел сразу. Нет, Гаганат меня очень сильно удивил своими комнатами. Большие, да. Динамо чуть-чуть простенькие, да? Ну, простенькие. И кровати широкие там, не такие. Да. Обычные гуляки сидят там на одного, там полтора метр, наверное. Метр 30, наверное, вот так, полтора метра. Ширина метра, на каждого одна кровать, это две кровати стоят. И комната, потом комната и там диван, я на диване с ними. Правильно высказываешь, все, да. Не так подумаешь. Две комнаты, вот две комнаты. Он же понял. Да, а вот они поймут. Дорогие подписчики. Да. Все, что было сказано, не верьте, да? Цель юмористическая. Да. Главный секретарь придерживается традиционной цели. Мы пропагандируем. Да. Любые эти совпадения, это случайности. Как фильм подписывали, да? Да. Ни одно животное не пострадало, да?